Пора выйти на новый уровень. Эй, исчезни! Я выйду из этого сильнее, чем был. Я один против львов, гиен и леопардов. Разговариваю сама с собой и думаю. Я слышу сама. Выхода нет. Ты здесь один, и все зависит только от тебя. Человек не создан для изоляции. Голые и напуганные. В одиночку. Премьера с 1 июля. Вечер приключений на Discovery. Я должен голодать. О, нет. Они выживали парами. И группами. А сейчас лучшие из лучших принимают серьезный вызов. Продержаться 21 день. Обалдеть. Без помощи. Боже. Без поддержки. Это мой шанс. И без одежды. Мне страшно. Голые, напуганные и одинокие. Мои первые впечатления от этого места. Жарко и сухо, как в аду. Мало воды. Сейчас у меня в голове крутится много мыслей. Я готовлюсь выживать в новой среде. Меня зовут Люк Маклафлин. Мне 32 года, я из Эшвилла, Северная Каролина. Я зарабатываю на жизнь преподаванием навыков выживания. Я прошел 21-дневные испытания в Намибии и 40-дневные испытания в Колумбии. Я впервые буду выживать в одиночестве. Я рад, потому что мне никто не будет мешать, но мне также страшно, потому что мне будет не на кого положиться. Я хочу доказать, что могу здесь выжить. Мне не терпится поиграть в этой гигантской песочнице. Думаю, все получится. Рейтинг выживаемости Люка был создан на основе того, как он справлялся со своими прошлыми испытаниями по трем категориям. Самодостаточность, психологическая стойкость и навыки. В Намибии Люк в течение 7 дней пытался получить огонь, хотя из всех навыков это получается у него лучше всего. Давай же. Неудачи подорвали его уверенность в себе. Почему у меня не выходит? Но его настойчивость и лидерство победили. Вкусно. Да. Обеспечив выживание его и его напарника. За 40 дней пребывания в Колумбии он не смог убить ни одну крупную дичь и выживал на насекомых. У нас 7 сверчков и 200 муравьиных укусов. Но он смог закончить испытание. Основываясь на всех его достижениях, его рейтинг выживаемости 8,2. Мы на месте. Пришло время снова раздеваться. Уже чувствую себя гораздо лучше, чем в нижнем белье. Готово. Люку было позволено выбрать 3 предмета, которые помогут ему выжить. Сумка. Как я скучал по тебе. Надежный маленький мачете. Кастрюля, необходимая для кипячения воды. И мой старый друг. Мой лук, стрелы. И самодельный лук из маклюры. Мой колчан из койота со стрелами. Я сам убил этого койота. Такова жизнь. Лук изменит правила игры. Моя карта. Я стою у Баобаба. Вода к югу от меня, так что пройду туда. Пора идти. Вперед! Чтобы выжить в Фемба, полузасушливой дикой местности в самом северном регионе ЮАР, Люку придется охотиться там же, где охотятся самые грозные хищники этого региона. Львы и леопарды, которые преследуют слабую или отставшую добычу. Гиены, достаточно умные, чтобы координировать атаки. Большая лобная доля позволяет решать проблемы. И крокодилы, скрывающиеся под водой. День первый. Здесь много следов. Песок хорошо их сохраняет. Мой отец научил меня охоте. Он умер недавно. Было бы здорово убить крупную дичь, но проблема в том, смогу ли я убить, не будучи убитым.
В таких местах важно быть любопытным. С напарником ты изучаешь ландшафт вместе. Здесь есть скорпионы, шипы, львы и гиены. Так что главное не торопиться и быть внимательным, особенно когда ты совсем один. Каждый шаг опасен. Нужно быть начеку. Это лейтнерия. Легкость этого дерева делает его идеальным для разведения огня. Сегодня вечером я его использую. До захода солнца осталось 3 часа, 4 максимум. Не так много времени. Нужно развести огонь и построить хорошее убежище, чтобы меня не съели. 3,5 часа до заката. Я вижу воду. Ура! Вода выглядит отлично. Я хочу искупаться, но не могу, потому что там могут быть крокодилы. Крокодил может легко спрятаться даже на небольшой глубине. Свежие следы. Надеюсь, я смогу прокипятить воду. Я пытаюсь разведать местность и найти подходящее место для укрытия. Гигантская стена из колючей массы. Это похоже на охотничью засаду. Лично я бы охотился оттуда. Кажется, здесь охотятся большие кошки. Проживание рядом с ними может стоить мне жизни. Маленький закуток между камнями. Мне не нужно много места, потому что я один. Здесь я разведу огонь, и будет уютно. Делаю укрытие, я одновременно продумываю, как мне спрятаться. У меня мало времени. 2,5 часа до заката. Шипы — это плохо, но они могут быть полезны для защиты. Мне нужно много шипов. Чтобы защитить себя от ночных хищников, Люк должен построить укрытие из ветвей акации, которая покрыта острыми шипами. Работать было бы легче, если бы у меня был напарник. Я бы не отказался от помощи. Солнце садится, мне все еще нужно разжечь костер. Я должен работать, других вариантов просто нет. Делать нечего. Вот почему нужен партнер. Хотя я и сам справлюсь. 1 час до заката. Мое укрытие готово. Хорошо иметь дополнительную защиту. Попробую разжечь огонь до захода солнца. Надо торопиться, потому что у меня мало времени. Мне нужен огонь, чтобы отпугнуть хищников. Во время испытания в Намибии мне понадобилась неделя, чтобы получить огонь. Я хочу реабилитироваться в своих глазах. Я могу это сделать. Я пытаюсь быть позитивным. У меня появился уголек. Большой, это хорошо. Фекалии будут тлеть долго. В Намибии мне понадобилось 7 дней, чтобы наконец-то разжечь огонь и согреться. А теперь мне одному хватило часа. Огонь в первый день — это большой прогресс. Я часто не отдаю себе должное, и сейчас я чувствую гордость за то, что сделал это в одиночку. Я смог.
Первую ночь я проведу окруженный терновыми колючками. Шипы повсюду, так что, надеюсь, я буду в безопасности. Ночью узнаем. В конце концов, это Африка. Это гиены. Недалеко. Они идут ко мне. Ладно. Все хорошо. Они прямо передо мной.